Здравствуйте, в эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и я, Гульнур Жакен, расскажем вам о главных событиях этого дня. Укрепляй не только мышцы, но и семейные традиции. В Кукпекте празднуют новоселье. Депутаты городского маслихата проверяют монополиста по производству электроэнергии и тепла. Вчера произошла авария на улице Мустафина, пересечении с улицей Гастелло. Автомобиль марки «Крайслер» столкнулся с минивеном «Форд Транзит». Это уже не первая авария в этом месте. Из-за отсутствия светофора крупные аварии в этом месте случаются почти каждую неделю. Не так давно этот участок дороги отремонтировали. Теперь водители добавляют газа, хотя в этом месте стоит знак ограничения до 40 км в час. Жители района говорят, что будут собирать подписи для обращения в соответствующие инстанции, чтобы власти города обратили внимание на это опасное место. Лариса Хусейнова, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. В городском акимате прошло заседание по очистке города на субботниках. Аким города Нурлан Аубакиров, выслушав отчеты своих коллег, дал им поручение. Зачастую за количеством саженцев и вывезенного мусора не уследишь за реальной работой по санитарной чистке города. Нурлан Аубакиров отметил, что из городского бюджета ежегодно выделяются средства для озеленения города. Но, радуя количеством посаженных деревьев, не учитываются нюансы в виде их содержания. Так, большинство деревьев не выживают, а это выброшенные на ветер деньги. Аким города выразил обеспокоенность по поводу реализации данной задачи и попросил своих коллег учесть все нюансы в виде погодных условий, почвы и выделения средств для ухаживания за зелеными насаждениями. Пусть это будет меньше, да лучше. Мы должны сразу же брать на учет, следовательно, их переводить в разряд коммунальной собственности и нормально закладывать деньги на их содержание. То есть мы, как правило, мы сажаем, а в итоге никто ни за чем потом не следит, и в итоге у нас получается другая картина. Если посчитать то количество деревьев, букеты и пальчик, которые за последние 5 лет посадили, по отчету, у нас город сам должен быть. Большая часть территории нашего города находится в частном владении. Ученикам и студентам, которых привлекают на субботники, приходится убирать и их территории. Для устранения этого нужно на законном основании возложить ответственность по содержанию территории на их владельцев. Мы уже сказали, председателям КСК попросили, чтобы сделали оповещение жителей и призвали их активно участвовать в субботнике. Помимо этого, сейчас вот мы дополнительно на тех местах оповещения, где у нас имеется правопроговорительная связь и через СМИ, будем дополнительно оповещать население о проведении месячника. Принимать участие в городских субботниках должны не только сотрудники организации, но и каждый житель города. От того, насколько будет чистым наш город, зависит от его жителей. Жить в чистом городе не только полезно, но и приятно. Ануар Сидрахим, Кайрат Рашитов, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Сегодня аким области Нурмухамбет Абдибеков побывал в селе Кукпекте и осмотрел дома, построенные взамен разрушенных наводнением. Как и было обещано, все пострадавшие к осени справили новоселье. Глава области посетил две семьи, уже переехавшие в новое жилье. Бахаджан Миргалиевой, учительницы казахского языка и литературы, и Людмилы Гермашевой, сестры хозяйки роддома номер 3 города Караганды. Разделил праздничный хлеб-соль вместе с хозяевами. Дальше вот, надеемся, все хорошо. Да. Обустроитесь, все будет нормально. До осени, как мы хотели, планировали вместе с вами, завершили строительство. Багаджан Мергалиева рассказала, что после наводнения она с мужем, двумя сыновьями и дочерью проживала в общежитии профессионального лицея. Ей была оказана материальная помощь в размере 484 тысяч тенге на приобретение мебели, бытовой техники, а также восстановлено поголовье скота. Вторая семья, пока им строили новое жилье, проживала в отдельной пристройке возле разрушенного дома. Ей также была выделена материальная помощь на сумму 644 тысячи тенге для приобретения мебели и бытовой техники. Нурмухамбет Абдибеков интересовался, как обустроились эти семьи, есть ли у них все необходимое для хозяйства. Хозяйки сказали, что своими новыми домами они очень довольны. Здесь уютно и комфортабельно. Сейчас еще завершаются небольшие работы по благоустройству, но по строительной части все работы практически завершены. Пришлось принимать оперативные меры для того, чтобы ускорить строительные работы. Мы уложились по бюджету именно в эти средства, дополнительно из бюджета не выделяли. Но если говорить о мобилизации дополнительных средств, то
привлеченные строительные подрядные организации, конечно, свои дополнительные средства сюда вкладывали. Благодарности были в каждом доме. Акима области благодарили за проявленную заботу и поддержку. Порой эмоции не давали высказаться до конца. Приятно, прям раз, это честно слово. Спасибо. В свою очередь глава региона поздравил всех с получением нового жилья, пожелал здоровья, благополучия. Сергей Высокосов, Шалкар Алтынбеков, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Что выгоднее, построить новую ТЭЦ или расширить возможности уже имеющихся теплоэнергостанций? И как подготовились к предстоящему теплосезону в компании «Караганда Энергоцентр»? Накануне интересовались этим вопросом городские депутаты. Вместе с ним выезжала и наша съемочная группа. Ознакомление с ходом работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов началось с посещения ТЭЦ-3. В ходе рабочего визита на станцию регионального значения депутаты посетили строительную площадку нового энергоблока, котельной и турбинной цеха станции, где проходят плановые ремонтные работы основного оборудования и другие объекты. На проведение ремонтов, реконструкцию и модернизацию оборудования ТО «Караганда Энергоцентр» выделено порядка 4,9 миллиардов тенге и свыше 13 миллиардов тенге на работы по расширению Карагандинской ТЭЦ-3. На предприятиях основного производителя тепловой и электрической энергии города депутаты городского маслихата задавали много вопросов. Цель у них была одна – убедиться, что город в зимний период будет с теплом и электричеством. У вас монтажные приемы останутся для них, для оборудования остального, все, да, как положено, да? Да, она предусмотрена. Конец года, но первый квартал, наверное, 16-го года он уже будет в работе. То есть маленько перекроем дефицит Караганды, да, по этому вопросу. Да. Как проинформировал генеральный директор ТО «Караганда Энергоцентр» Мади Абишев, с 2012 года компания начала реализацию нового проекта расширения Карагандинской ТЭЦ-3. Это установка энергетического блока электрической мощностью 110 мегаватт, тепловой мощностью 170 гигакалорий в час. Энергоблок будет оснащен самыми современными мировыми технологиями в сфере энергетики. Также у проекта хорошие показатели в области экологии, полностью соответствующие всем принятым стандартам. Стоимость проекта – 185 миллионов долларов США. Период реализации проекта – 2012-2015 годы. Генеральный подрядчик и поставщик оборудования – китайская компания «СМЕС», которая занимается производством под ключ. Благодаря модернизации и установке новой турбины будет получено дополнительно порядка 110 мегаватт. Кроме того, дополнительно 170 гигакалорий в час тепловой энергии. Строительство ТЭЦ-4 или дальнейшая реконструкция, значит, ТЭЦ-3. Вот, вы, как вот говорят, руководитель крупного звена этого, ну, одни, говорится, менеджеров, значит, да. Ваше мнение. Мое мнение, нужно восстановить проектную мощность 15. Это 560 мегаватт. Это дополнительно все равно. У нас же потребность еще очень большая. Значит, плюс еще добавляется это шестая турбина и котел номер 8. Это нам должен позволить закрыть этот дефицит. Дефицит это в основном электроэнергия, да. Конечно, электроэнергия, но у нас же дефицит, значит, тепла. Была, значит, израильская, английская фирма, которая говорила, ТЭЦ-3 нам не нужен, это самовар. Самовар, который старый. Но по ТЭЦ-1 я хочу сказать следующее, что, ну, ТЭЦ-4, если браться за него, ну, как минимум 80 лет идет. Но ТЭЦ-1 сегодня работает, и почему бы его не восстановить? Реконструкцию, да. Дополнительно поставить. Сделать капитальный ремонт теплообменных аппаратов. То есть там тоже есть возможность. Резервы. Затем депутаты ознакомились с ходом ремонтных работ на основном оборудовании станции ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3. Директор ТЭЦ-3 Рустам Абдулгафаров рассказал депутатам, что ремонтная кампания 2014 года на карагандинских станциях ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 была начата сразу по окончании отопительного сезона. На проведение ремонтов, реконструкции и модернизации оборудования выделено порядка 5 миллиардов тенге и свыше 13 миллиардов тенге на работу по расширению карагандинской ТЭЦ. Ремонтные работы выполняются двумя способами – подрядным и хозяйственным, то есть силами своих специалистов. Тендеры провели весной, и по результатам их проведения были определены подрядные организации. Оборудование Карагандинской ТЭЦ-1 полностью к новому отопительному сезону подготовлено. Депутаты получили исчерпывающие ответы на свои вопросы. На Карагандинской ТЭЦ-3 закончен капитальный ремонт СТ номер 4 с выполнением большого объема работ и реконструкцией золоулавливающей установки. На котлоагрегате СТ номер 7 капитальный ремонт продлится до 27 сентября. На турбинном оборудовании станции ТЭЦ-3 завершен
расширен текущий ремонт двух турбоагрегатов. Сейчас энергетики заканчивают работы в рамках расширенно текущего ремонта турбоагрегата СТ номер 1. Помимо основного отремонтирован большой объем вспомогательного оборудования. Работы по золоотвалу, электротехническое оборудование, ремонты бульдозерного и тепловозного парка. В плановом режиме идут поставки топлива для нового отопительного сезона. На ближайшей сессии городского маслихата в первую очередь будут обсуждаться вопросы подготовки Караганды к осенне-зимнему периоду. Сергей Высокозов, Кайрат Рашитов, Бахтияр Русланов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Спонсор показа Galaxy Group, производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка «Галвин» представляет эконом-серия «Профиль Галтек» 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галтек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Продолжаем выпуск. Накануне празднования Дня семьи в Караганде проходят различные мероприятия. В областном перинатальном центре поздравить рожениц пришли представители молодежного крыла «Жас-Отан» и областного центра здорового образа жизни. Мы хотим вас от души поздравить. Вас, вашу семью, вашего малыша с таким замечательным праздником. Материнство – бесценно для общества. На сегодняшний день в стране уделяется большое внимание охране материнства и младенчества. В преддверии празднования Дня семьи представители молодежного крыла «Жас-Отан» и главные специалисты областного центра здорового образа жизни поздравили молодых мам города Караганды с Днем семьи и вручили подарки. Мы все, как молодое поколение, должны внести свою лепту в демографическое развитие страны. Пусть будет много здоровых детей. Вам желаем крепкого здоровья. Областной перинатальный центр может принять 195 молодых мам. На сегодняшний день на послеродовом периоде находится 60 женщин. Сегодня все они окружены вниманием и теплотой со стороны гостей. Такие встречи в родильном центре проходят регулярно. И мы хотели бы пожелать нашим родильницам, их семьям в этот день, чтобы у них была крепкая семья, чтобы дети приносили только радость, чтобы в семьях никогда не было болезней, горя. Чтобы всегда семью сопровождала радость, чтобы в хороших семьях рождалось побольше хороших, здоровых детей. Дети – это подарок жизни. Карагандинка Карина Басырова стала мамой второй раз. Обе девочки. Для нее день рождения второй дочери – большая радость. Большое вам спасибо, мы очень рады. Очень много мамочек, все довольны, все счастливы. Всем спасибо. Материнство – это самый важный и значительный этап жизни каждой женщины. Появление на свет малыша – это большое чудо. Пусть таких чудесных моментов будет больше. Гульнур Жакен, Айдын Жакан, Бахтияр Успанов, Первый Карагандинский. Моя семья – моя крепость. В Караганде празднуют День семьи. Уже второй год в честь этого праздника руководители кинотеатра «Сайржайлау» поздравляют пожилые семьи города и устраивают праздничный концерт. Самое главное и ценное в жизни – это семья. Сначала та, в которой ты рождаешься, а затем та, которую создаешь сам. От каждой семьи зависит будущее нашей страны. Все казахстанцы знают, что мы уже второй год празднуем День семьи. Это замечательный праздник. Он учрежден нашим президентом Нурсултан Абишевичем Назарбаевым. Это действительно замечательный праздник, потому что истоки, конечно,
добра, счастья, благополучия они находятся в семье. В этом году праздник отметили по-особенному. На мероприятие были приглашены золотые, серебряные и жемчужные пары, прожившие в браке более 50 лет. Также поздравить их пришли дети, внуки и правнуки. На мероприятие было приглашено молодое поколение Караганды, чтобы они, глядя на состоявшиеся семьи, стремились к такому же счастью. В этом году мы организовываем встречу поколений. То есть здесь у нас на сегодняшний день 6 пар, которые прожили совместно долгие годы жизни. Более 25 лет есть пара Сыздыковых, 35 лет. Есть пара, прожившая Янтарной 40 лет. Есть пара, прожившая совместно и 50 лет. Это большая семья Оранбековых, которые воспитали 8 детей, у которых порядка 30 внуков. Есть на сегодняшний день правнуки. Такие семьи со стажем являются образцом для нашей молодежи. Для того, чтобы прожить долгую счастливую жизнь со своей второй половинкой, нужно быть честным и добрым. Нужно уметь хранить и оберегать семейный очаг. И, конечно же, правильно воспитать детей, чтобы в будущем они были надежной опорой и поддержкой не только внутри семьи, но и для государства. Лариса Хусейнова, Кайрат Ашитов, Ухтияр Оспанов, Первый Карагандинский. Сегодня аким области Нурмухамбет Абдибеков провел собрание актива, на котором сообщил о кадровых изменениях. Жанар Бекбанова освобождена от обязанностей заместителя акима области по собственному желанию, согласно поданному заявлению. Распоряжением акима области по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан на эту должность назначен Абишев Жандос Акылселикович. Он будет курировать вопросы социальной сферы и внутренней политики, социальной защиты и занятости населения. Абишев Жандос Акылсерикович, 1973 года рождения, имеет 3 высших образования. Окончил Карагандинский педагогический институт, юридический институт ФИМИДА, Карагандинский экономический университет. По квалификации учитель физической культуры, юрист, бакалавр финансов. Трудовую деятельность начал в 1994 году преподавателем кафедры физического воспитания Казахского института потребкооперации. С 1998 года на государственной службе. Работал старшим специалистом, затем главным специалистом управления информацией и общественного согласия по Карагандинской области. С 2000 по 2005 годы работал на различных руководящих должностях администратора судов области. Был начальником отдела, заместителем администратора судов. С 2005 по 2012 год возглавлял департамент, затем управление координацией занятости и социальных программ области. С 2012 по 2013 год работал инспектором секретариата Ассамблеи народа Казахстана администрации президента Республики Казахстан. С августа 2013 года до назначения был руководителем управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области. Игроки футбольного клуба «Шахтер» не получали зарплату 3 месяца, но задачи стоят перед ними в этом году немалые. Насущные футбольные проблемы обсуждали при встрече игроков с акимом области Нурмухамбетом Абдибековым. При встрече акима области Нурмухамбета Абдибекова с коллективом футбольного клуба «Шахтер» решился вопрос по финансированию клуба на этот год. Но были поставлены максимальные задачи перед клубом – пробиться в финал Кубка Казахстана и войти в тройку призеров чемпионата Казахстана. В нынешнем сезоне наш клуб не смог повторить прошлогодний успех на международной арене. Обыграв «Ширак» и «Атланту», уступил «Хайдуку» с минимальным разрывом в счете. Нурмухамбет Абдибеков пообещал, что обязательства перед клубом будут выполнены полностью. Сейчас именно на данном этапе перед нами все-таки задача стоит удержаться. Не просто удержаться, это лучше шестерки, где мы опять записываем, но и это занять достойное место, чтобы претендовать дать на игру на следующий год в составе европейских. С целью развития футбола в нашем регионе акиму области был предложен пост председателя Карагандинской областной ассоциации футбола. В знак благодарности капитан команды Андрей Финончика вручил подарок акиму области – майку футбольного клуба «Шахтер» и мяч с подписями всех игроков клуба. Настрой только победа у нас. Только будем стараться выиграть, потому что сейчас важные очки – потому что уже не так уж много игр осталось, так что будем стараться. Директор футбольного клуба «Шахтер» поблагодарил акима области и депутатов областного маслихата за поддержку клуба. Задача никто не отнимал, перед «Шахтером» стоит задача. Сейчас в этой шестерке мы со всеми стоим наравне, поэтому время покажет. А «Шахтер» сегодня настроен на максимум решения задач,
которые поставлены перед командой. Ближайшая игра футбольного клуба «Шахтер» пройдет 14 сентября. Пожелаем им удачи. Бекзат Аликайдаров, Шалкар Алтынбеков, Бахтияр Аспанов, Первый Карагандинский. В этот же день Аким области встретился с нашим любимым хоккейным клубом «Сарарка», который принес немало счастливых минут своим болельщикам. Аким области Нурмухамбет Абдибеков встретился с руководством и хоккеистами клуба «Сарарка». Глава региона поздравил участников встречи с началом нового сезона высшей хоккейной лиги, а также с победой в первой стартовой игре с тюменским «Рубином» и во втором матче с командой «Спутник» из Нижнего Тагила. Благодаря вашей успешной игре, допустим, напрямую влияете на настроение людей, кто приходит на стадион, окружающих, родственников. Руководитель клуба «Сарарка» Аргын Нигматуллин проинформировал об изменениях, произошедших в составе хоккейной дружины. А главный тренер Алексей Фетисов и капитан команды Александр Васильев поделились планами на предстоящие игры, рассказали о том, как хоккеисты готовились к стартовой игре. Задача «Сарарки» только одна – повторить прошлогодний успех. Первый шаг мы сделали, завоевали кубок открытия. Это только начало пути. И думаю, что пожелаем удачи и ярких побед в новом сезоне хоккеистам «Сарарка». Бекзат Аликайдаров, Шалкар Алтынбеков, Бахтияр Аспанов, Первый Карагандинский. И последняя информация на сегодня. Городской акимат приглашает всех карагандинцев посетить мини-ярмарку «Зеленый караван». Она будет проходить 13 сентября на территории города. Вы сможете приобрести продукцию местных товаропроизводителей и у гостей с южных регионов. Мини-ярмарки будут работать на площади перед магазином «Юбилейный», перед супермаркетом «Турист», в Пришахтинске перед торговым домом «Орталык». Молочная, плодово-овощная и прочая продукция будет реализовываться по ценам на 15-20% ниже среднерыночных. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Приятных вам выходных. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. До свидания.